Тем временем в соседнем Приморье ждут удара другой стихии. Туда приближается мощный тайфун Гони. В ближайшие часы ветер достигнет ураганной силы, начнутся ливни. В зону циклона попадают южные районы и Владивосток. Там уже идет дождь. Жителям города спасатели рекомендовали запастись лекарствами, продуктами и водой, а также быть готовым к возможным отключениям электричества. По прогнозам, уровень воды в реках может подняться на 3 метра. Аварийные бригады переведены на круглосуточное дежурство. Через 2 дня, к пятнице, ураган достигнет Хабаровского края. Тайфун на наш Дальний Восток идет из Японии, где пострадали по меньшей мере 100 человек. Там до сих пор отменены сотни авиарейсов. С перебоями работает железнодорожный транспорт.